авторского творчества, красоты и талантов. Надия Нати 2017. Мы сегодня счастливы, потому что сегодня с нами вся Украина, начиная от Луганска и заканчивая Львов. С нами самые талантливые дети, которые подтверждают то, что нашу страну ждет самое большое будущее. Благотворительный фонд «Объединение мировых культур» всегда поддерживает такие мероприятия, которые направлены на поддержку талантов и красоты. Мы очень рады, что сегодня оказались среди партнеров такого грандиозного фестиваля. И пусть наша Украина будет такая же квитучая, как сегодня дети на этой сцене. В фестивале принимают участие 200 детей из разных регионов Украины. Я из города Чернівці. Я буду співати. Я приехала из Луганска, живу в Киеве. Я буду танцевать, и у меня будет номер «Вегас». У нас очень яркий номер. Я пою песню на английском «Бумеран». Мы долго готовились и работали, и хотим, чтобы сегодня все было на высшем уровне. Уверена, сегодня мой танец покорит жюри. І я виграю. З усієї України зібрали діток талановитих. І саме оце має цей фестиваль, от саме такі заходи, такі події мають стати лейтмотивом миру, дружби, єднання і меседжу такої любові і поваги один до одного. Этот социальный проект объединил талантливых детей и звезд шоу-бизнеса, популярных телеведущих и юных журналистов. Я очень рада, что я веду это мероприятие со звездами нашей эстрады. Это одновременно волнительно, но очень ответственно. И я рада, что в Украине есть площадка, чтобы дети смогли показать свой талант и проявить себя. Через несколько минут начнется фестиваль. Я его ведущая. Я очень волнуюсь, но надеюсь, у меня все получится. Проходит конкурс красоты «Юнапані Украины». На этом фестивале я участвую в конкурсе красоты и желаю всем девочкам быть уверенными и получать положительные эмоции. Я очень готовилась к этому конкурсу и очень рада, что вот этот долгожданный день уже наступил. Мама мне шьет всякие платья, и я не хожу на конкурсе красоты. Я хочу побажати всім дівчаткам посміхатися як сонечко і бути такими красивими, як квіти. Ми з мамою довго робили це плаття. Я впевнена, що це плаття покорить всіх журі. Я приїхала на цей конкурс, щоб поділитися з людьми, так скажемо, своїм талантом, тому що я ще й співаю. А завдяки цьому, так скажемо, наряду і хочеться передати цей фольклор український. Я сьогодні прийшла на фестиваль, я член журі, і я буду ходити в показі в красивих вишиванках від Оксани Полонец вместе с детками. А праздник красоты, талантов и творчества продолжается. И пусть каждый участник этого праздника почувствует любовь зрителей и обретет веру в себя.